Катоши, которую оперировали, процесс легкий был. Да. Вот, вам сказали, обязательно надо посмотреть. Доктор, зав. Отделение реанимации. Все нам рассказали, да? Да, добавили антибиотики. Не таблетировано, а капельно. Да. Вот мы сидим, влюбляемся, общаемся. Да. Такую масочку мы дали. Вот такой масик. Такой холёсик. Но это у нас уже практически зажил, да, масик? Практически зажил. Чё? Где моя мася? Ой. Ну, так вот нам, чтоб тепло было, да? Чё? Чё? Не держим мы температуру. Сегодня температура была 36. Вот. И врачи говорят, пока не держит температуру, а в операции не может быть и речи. Да, Масик? У нас уже почти корочки сошли. Сейчас я взяла травмойку, вазелинчик я снимаю, да. Да, мой сладкий мальчик. Такой хороший. Мои дрожжи перестали. Сначала дрожал. Думаю, ну, что на процедуру понесли, да? Да. Такой носик. Сегодня очень много людей, поэтому мы сидим на диванчике, общаемся. Вот, кормить не буду я, потому что его полчаса назад покормили. Я оставила консервы. Вот, доктор сказал, она начала еще покормить. Это специальные консервы. Так что всем привет. Я боюсь, что она будет текать.